Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители моего канала. Сегодня на распаковочке у нас 4 посылки. 4 посылки для девушек. Приятные мелочи для девушек, для женской красоты. Вашему вниманию представлены распаковки, обзоры, тесты товаров. И все это на канале «Китай стал ближе». 4 посылки. 4 посылки. Давайте приступим с какой-нибудь. Вот давайте вот с этой. Вот эта посылочка, я не знаю, что там. Так мы не определили, что это пришло. 78 центов стоит, 0,250 грамм весит. Ну, весит она, конечно, не 250 грамм, вранье. Тут, не знаю, рукой вообще не чувствует, сколько она весит. Ну, давайте посмотрим, что здесь, сколько она шла. Еще раз повторюсь, не знаю. Трек номер не отслеживается. Давайте вскроем. Так, посылочка пустая, здесь вот такая вот коробочка, очень мелко написано, ну и давайте не будем гадать, давайте откроем, что там, что же там у нас, загадки не кончаются, падает, так, это я так понял, наверное, что это такое? Это, наверное, какой-то блеск для губ. Да, скорее всего, это блеск для губ. Написано, что 120 мл, указан цвет. Скорее всего, это просто блеск для губ. Давайте понюхаем, как он пахнет. Пахнет приятно такими конфетами, клубничными конфетками. Такой вот блеск. Давайте передадим его владельце. И продолжим дальше. Вот эта посылочка. Эта посылочка шла 21 день, оценена 75 центов. Здесь бутылочка. Бутылочка для распыления, я так понял. Бутылочка для распыления. Давайте. Хорошо запаковали, никак не доберусь. Все, больше ничего нету. Да, это бутылочка для распыления. Смотрите, какая симпатичная, цветная. Такой приятный цвет у нее. Люблю я такие кислотные цвета яркие. Заливаем сюда нужную нам жидкость. Скорее всего, это пойдет какой-нибудь обезжириватель для лака. Или средство для снятия лака. Что-нибудь такое. Для этого, наверное, и заказывалось. Объем. Объем здесь не написан. Написан тип пластика 1PET. Что это, я правда не знаю. Но знаю, что вот эти маркировочки, это тип пластика. Ну, я думаю, здесь миллилитров 100. Да, наверное, миллилитров 100, не больше. Вот такой пузырек, пластмасса. Пластмасса такая жесткая, так что я думаю, сильно не надо давить, а то лопнет. Так вот, давайте следующую посылочку. Следующая посылочка шла 22 дня. Оценена она в 0,16 центов, весит 70 граммов. И это должны быть перчатки. Вся посылка заклеена. Но сама вот эта бумажка наклеена поверх. Скотча, так что клеили уже в Китае. Перчаточки. Все, посылка пустая. Положили подарок. Вот, смотрите, такая заколочка подарок. Давайте распакуем. Аккуратно. Оп. Распакуем. Да, вот такая заколочка. Заколка шла в подарок, а это вот перчатки. Давайте посмотрим. Во, какие симпатичные перчатки. Перчатки довольно-таки большие. Они даже на мою руку, наверное, налезут. Не, на мою не налазят. Такие перчатки прикольные для ребенка. Но для ребенка, конечно, они большие. Потому что практически налезли на мою руку. Пахнут Китаем, давайте посмотрим швы. Ну, есть небольшие ниточки, торчат. Сразу проверяю, потому что был уже инцидент. Кто подписан на канал, смотрел видео, знает. Пришлось спор открывать для возврата. Ну, здесь прошито, конечно, фиговенько все это прошито, очень фиговенько. Но Китай, что же сделать? Китай. Вот такие перчатки. Уходят они владельцу.
точнее заказчику, уходит заказчику вместе с подарком. Мы двигаемся дальше. И последняя посылочка шла 32 дня. Что такое, я что-то забыл. Какие-то аксессуары. Давайте посмотрим, что у нас здесь. И все. И все. Вот. Что это такое? Что-то кружевное. О! Что это? А, это, наверное, резинка на волосы. Да, вот такая вот резиночка на волосы. Она просто так надевается, хоп, на голову. Вот. Вот такая резинка. Резиночка, резиночка, резиночка. Здесь она приклеена, как я понял. Так что особо тянуть, я думаю, не стоит. Все это так как-то непонятно сделано. Не очень это все красиво. Да. Вот такая вот была распаковка. Такая распаковка. Подписывайтесь на канал. Будет еще много интересных распаковок. А на сегодня все. Заходите в группу ВКонтакте, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. На сегодня все. Всем пока. До новых встреч. С вами.